Мир и согласие – основа стабильности и процветания. В селе Масанчи Кордайского района прошла масштабная акция, в которой приняли участие жители ряда соседних населенных пунктов, имамы мечети и сельская молодежь. Все началось с посадки деревьев возле сельской мечети. Местные жители посадили зеленые насаждения в центре села Масанчи. В мероприятии приняли участие жители 9 соседних сел. После этого в Доме культуры дети представили собравшимся обычаи и традиции казахского и дунганского народов, символизируя таким образом единство, мир и дружбу. Это и другие подобные мероприятия проводятся к 30-летию независимости страны. Я считаю, что такие акции нужно проводить почаще. Затем жители села собрались на небольшой концерт, а далее мероприятие перетекло в спортивные игры. В ходе торжественного мероприятия председатель районного совета ветеранов Биржан Алимбет и главный имам района Аскар Сатылганов выразили благодарность всем, кто внес свой вклад в это благородное дело. В нашем районе проживают представители 15 национальностей. Несмотря на это, все жители района живут как родные братья и сестры. Конечно же, нам нужны мир и спокойствие, поэтому данное мероприятие служит призывом к дружбе, согласию и толерантности друг к другу. Представители разных национальностей, и казахи, и дунгане, объединились в спортивные команды. После матча участники соревнований по мини-футболу собрались за широким столом, который накрыли в столовой мечети. Мероприятие по укреплению дружбы между народами будут продолжены. Кулюш Умурзакова, Сулбек Жолшубек, 77 News.